Друзья, всем привет! Я всех приветствую на своем канале Перекупщик. 200 гривен попалось вот с таким номером 02-02-502. Такую бону можно продать дороже, чем обычные. Где-то ориентировочно 210 гривен. В зависимости от того, насколько вы правильно будете продавать и кому. Это самое главное. На все интересные боны, монеты есть определенный спектр коллекционеров бонистики, которые собирают интересные номера. Вот 2007 год, 200 гривен, в принципе, заслуживает уважения и хорошей продажи. Вот так, ребятулечки, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. С вами, как всегда, Мега Дэнди Перекупщик. До новых встреч!